Мировой чемпионат по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills стартовал 22 августа. Ректор КФУ принял участие в церемонии открытия WorldSkills 2019. Проведение в Казани чемпионата мира по профессиональному мастерству WorldSkills привлекло в столицу Татарстана множество известных людей. Среди них Андрей Фурсенко, помощник президента Российской Федерации и экс-министр образования и науки России. С деятельностью Казанского университета он знаком не понаслышке, однако новые грани открываются при каждом визите. В этот день ректор КФУ Ильшат Гафуров продемонстрировал гостю готовность к открытию научно-клинического центра прецизионной и регенеративной медицины. Создаваемый центр станет связующим звеном между исследовательской и клинической частями вуза для наиболее эффективного трансфера технологий по ранней и сверхранней диагностике онкологических, инфекционных, иммунных и редких заболеваний, методов генной и клеточной терапии различных заболеваний человека, в том числе социально значимых. Новый элемент в структуре КФУ будет включать центры клинических исследований с круглосуточным стационаром на 25 коек, отделение малоинвазивной хирургии, травматологии и ортопедии, гастроэнтерологии и нейрореабилитации. Стратегические партнеры центра – Рикен, Уэйл Корнелл Медисон, University of Nottingham – крупные частные инвесторы, индустриальные партнеры. К слову, отдельно в рамках визита рассмотрели итоги работы российско-японского центра КФУ «Рикен», возглавляемого Олегом Гусевым. Начавшийся с проекта и научно-исследовательской лаборатории экстремальной биологии, он перерос границы стран и континентов. И такая, что у нас здесь есть совместная лаборатория с Японией. В Японии у нас есть официальные подразделения, которые работают на благо России. Полученные технологии максимально быстро проникают в практику, хотя уже сегодня университетская клиника находится на острие медицинской науки. Длительный процесс переоснащения, обновления инфраструктуры, структура и ремонта завершается, и уже без дополнительных объяснений становится видна структура оказания помощи, где проблемы каждого пациента решаются индивидуально. А выбранное лечение в полной мере отвечает принципам персонифицированной медицины. Все это показали также на примере работы хирургического корпуса и поликлиники университетской клиники КФУ. И загрузка? Загрузка. Дневная, от 25-30. Полный рабочий день с 8 до 7. В рамках визита в главном здании Казанского университета стояла встреча с одаренными студентами Татарстана. Основной темой для обсуждения стал проект по формированию республиканского центра выявления и поддержки одаренных и талантливых детей и молодежи Республики Татарстан по модели образовательного центра «Сириус». Встреча строилась по принципу открытого диалога между ее участниками. Диана Шилова, Ленардо Влетьяров, Виолетта Басова, Универньюз.